Здравствуйте, ребята! Сегодня я вам расскажу очень интересную сказку, которая называется «Гуси-лебеди». Жили муж да жена, были у них детки, дочка да сынок маленький. Собрались отец с матерью в город и наказывают дочке: «Мы пойдем в город, а ты будь умницей, братца береги, со двора не ходи». Ушли родители, а девочка посадила братца на травку под окном, а сама побежала на улицу, да и заигралась. Вдруг налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика и унесли на крыльях. Девочка прибежала, глядь, нет братца, кинулась туда-сюда, нету, кликала, кликала братца, не откликается. Выбежала в чисто поле, вдали мелькнула гусиная стая и пропала за темным лесом. Верно, гуси-лебеди унесли братца, заплакала девочка и пустилась гусей догонять. Бежала, бежала, видит, стоит печка. Печка, печка, куда гуси-лебеди полетели? Съешь моего ржаного пирожка, скажу. А девочка отвечает: моего батюшки пшеничные не едятся. И побежала дальше. Бежит девочка дальше, видит, стоит яблоня. Яблоня, яблоня, куда гуси-лебеди полетели? Съешь моего лесного яблочка, тогда скажу. У моего батюшки садовые не едятся. И побежала дальше. Бежит девочка и видит, льется молочная река меж кисельных берегов. Молочная речка, кисельные берега. Скажи, куда гуси-лебеди полетели? Съешь моего киселька с молочком, тогда скажу. У его батюшки сливочки не едятся. И побежала дальше. Долго бежала девочка, и попался ей навстречу еж. Хотела девочка ежа толкнуть, да побоялась наколоться и спрашивает: ежик, ежик, куда гуси-лебеди полетели? Ежик и показал дорогу. Побежала девочка по дорожке, видит, стоит избушка на курьих ножках. Поворачивается, в избушке сидит баба-яга, костяная нога, а братец на лавочке у окошка золотыми яблочками играет. Подкралась девочка к окошку, схватила братца и побежала домой. А баба-яга ногами затопала, гусей кликнула и послала их в погоню. Бегут девочка с братцем, а гуси уже совсем нагоняют. Прибежали к молочной речке с кисельными берегами. «Реченька, голубушка, укрой нас! Съешь моего простого киселька с молочком!» Похлебала девочка киселька с молочком и спрятала речка беглецов под крутой бережок, а гуси мимо пролетели. Выбежали девочка с братцем из-под бережка и побежали дальше, а гуси их увидели и опять пустились в погоню. Прибежали дети к яблоньке. «Яблонька, голубушка, спрячь нас! Съешь моего лесного яблочка, тогда спрячу». Нечего делать, съела девочка лесное яблочко. Яблонька и закрыла их ветвями, а гуси мимо пролетели. Вышла девочка с братцем из-под яблоньки и пустилась бежать домой. Бегут, а гуси их увидели и ну за ними. Совсем уж догнали, крыльями над головой машут. Еле успели дети добежать до печки. «Печенька, матушка, спрячь нас! Съешь моего ржаного пирожка, тогда спрячу!» Девочка съела ржаного пирожка и залезла с братцем в печь. Гуси мимо и пролетели. Вылезла девочка с братцем из печи и пустилась домой во весь дух. Гуси увидели их и опять в погоню бросились, налетели крыльями. По лицу бьют, вот-вот братца из рук вырвут. Да изба-то уже недалеко. Вбежала девочка в избу, проворно дверь захлопнула и окошки закрыла. Покружили гуси над избой, покричали, да так ни с чем к бабе ей полетели. Вернулись из города отец с матерью, видят, дети дома сидят, играют.
похвалили их и подарками одарили. Вот так. Всем пока!